Здравствуйте, мои кукусики. Здравствуйте, мои дорогие, хорошие, любимые. Вот, блок сплетника начинается. Я такой Мишка, вот, друзья, я такой Мишечка. Ой, короче, смотрел я комментарии, там, то есть, от Елены Новоселовой смотрел там. Вот. Короче, такой комментарий, то есть, видео называется «Ужин далеко за полночь». Такой вот комментарий там. Вот, написано. То есть, она пишет. Ириночка. Вот, пишет она такая. «Привет, ребятки. В Новокузнецке сейчас утро. Я еду сейчас, через 10 минут, на работу. Ой, на работу. Вы помните, что у нас сегодня вечером мероприятие? Вы напишите под этим комментом, какое время для вас удобно. Я буду свободна после 23:00 часов, то есть по московскому 7 часов. Я понимаю, что и куры за нами потянутся, но куда без них? Будем отбиваться. Сегодня вечером, под следующим видео, я закреплю ссылку на канал, на бег, на который будем осуществлять. Тема такая. Воровство и чистка зубов. Ой, всем пока. До вечера, милые мои. Не забудьте указать предпочтительное время для флешмоба, друзья мои. Да, да, сплетник начинает свои дела. Пишет «Приградится». Потом «Миледи М. Начинает рапиться по Москве, полет души и тела во сне и наяву». Карина Красная. Ой, смех. Флешмоб. Карина Красная. Ей-богу, так себе сейчас и 20-летние. Не ведут. Илька, ты прям не можешь без Адамянчика, а не можешь. Не можешь. Он тебе дает вторую молодость, да, милый. Да-да. Рита. И шанс на жизнь, прожитую не зря. Ай. А куриные жопы так замельчешили? Куры, меня не трогать. Мой ответ ПНХ. Мила это пишет. Карина. Мила отвечает. Никто не виноват, что ты куриная жопа. Мила. Ка-ка-ка, ПНХ. Рита, пишет. Милка, пора смириться с участью. Жопки куринкой. И сама иди нахуй, курочка. Мила пишет. ПНХ, чита. Ха-ха-ха, Ирина Новоселова. Как раз удобно после 10-11. Правда, не знаю, как другие девчата. Готовится номер один. Готовность. О-хо-хо-хо. Вот такая вот я. Ага. Милый мой. Друзья, дальше продолжаем. Вера Шумнера пишет. Ирина Новоселова. Ир. Прочла дальше, коммент забыла. Что ж по Москве 7? Ну что ж, 7 так 7. Вот, девочки, мальчики. Вот такой вот сплетничек маленький. Как хорошо-то как. Обсудим еще один комментарий, друзья мои. Ой, Алена пишет, Алена Воронова. Ой. Это клиника паранойника, бредового синдромчика. Да, Добрынчик, да? Да. Симптомы на лице. Если честно, смешного мало. С такими людьми очень сложно и близко читать. И, короче, происходит, то есть, ну, ой, сбился, друзья, сбился. Ой, ну, сложно контактировать, контакты иметь, да. Алла Воронова пишет. Алла Воронова. Алла, ну, не контактируй. Ты куда-то шла, а? Ты куда шла? У-у-у-у. Алла. Рита пишет. Алла, кто в теме, тот понял. Ой, Алексеева по ней плачет. Кто такая Алексеева? Непонятно. Дальше. Вот, Ирка. Твое всем пока звучит угрожающе. Ой, девочки, мальчики. Ладно. У нас собачьи делишки продолжатся потом. Ой, ладно, милые мои. Люблю вас. Ой, даже вот чаек вот попью. Давай. Ой, чаечек. Даже ложку не помыли. Господи, черная. Ну, черная она и будет, черная. Новости поганые. Все, друзья мои. Всем пока. Чухаха. Чухихи. Все, я вас люблю, дорогие мои. Чучундрики. Ой, давайте поцелуем. Ой, не умею. Поцеловала. Собачка. Ваши. Ой, ладно, все. Всем пока. Бай-бай. I love you. Very much. А, чуть не забыл. Чухихи-то. Чухихи, чучундрики мои. Блок сплетник продолжается. Обсудим, обсосем и дальше кого-нибудь начнем. Ой, ладно, милые мои. Люблю я вас. Ой, как конфетки и косточки порублю. Все, всем пока, бай-бай.